ударов ногой. Yeah!
Я вовсе не дезертир. Атру нужно оставить в покое. Арбуз Пиявка – опытный образец, отображающий уровень заражения окружающих. Говорят, молнии! Тима опять сломался! Странно, ведь флоуды на самом деле добрые существа. Ah!
Надо как можно скорее найти маховика и избавиться от этих грибов. Рассказать одну интересную историю. Лес — это корни всего мира. Нельзя допустить, чтобы он погиб. Растения в древнем лесу очень странные. Разве рыцари Ордена Серебряной Стрелы не великолепны? Моя мечта — пройти все подземелья на свете. Путешествие по опасным подземельям — это так волнительно! Тех, кто противостоит Урии, ждет смерть. Люди — жалкие существа, всю жизнь живущие в ловушке. Самый быстрый способ остановить заражение — убрать королевского Флоуда подальше от остальных. Ha!
нас достаточно рвотных грибов. Теперь можно идти к Флоудам. Гнездо Флоудов находится на востоке древнего леса. Королевского Флоуда заразили слуги Карзы. Призыватель, мы должны быть готовы к бою. Нужна помощь. Спасибо вам. Здесь ведутся боевые действия Ордена Серебряной Стрелы.
Растения в древнем лесу очень странные. Разве рыцари Ордена Серебряной Стрелы не великолепны? Члены секты Карзы собрались внутри. Призыватель, взгляни туда! Кажется, приспешники Карзы что-то привезли. Он Норден. Сколько коробок с улыбкой ангела! Этого хватит, чтобы заразить всех в Рандейле. Да еще и останется. Жестокость. Они срывают живых клоудов и плоды и делают из них зелья. Техника ударов ногой. Все сектанты устранены. Перед тем, как идти дальше, нужно понять, что задумал враг. Слышали? Акади пошел прикончить этого Брена. Акади это любит. Это будет его 30-е убийство. Попался я как-то раз этому Брену. Он даже посмел надеть на меня наручники. А теперь птичка сама в клетке. Эх, вот бы увидеть его лицо сейчас. Я бы тоже с удовольствием посмотрел на его казнь. Кажется, тот рыцарь в опасности. Он похож на капитана Брена из Ордена Серебряной Стрелы.
Вам удалось победить Акади. Признаться, я впечатлен. Нужно найти Баркам. Если опоздаем, боюсь, тогда нам не спасти. Призыватель, будь осторожен. Королевский флоут заражен. Кажется, он очень злится. Ужас, какой страшный. Оживает. Он очистился от заражения Карзы. Похоже, у тебя получается управлять своей силой, Астелиан. Здесь ведутся боевые действия Ордена Серебряной Стрелы. Форт Молтона находится на холме на севере Древнего Леса. Рассказать одну интересную историю.
призыватель. Смотри. Остерегайтесь мэнтисов. Они слишком опасные. В изучении насекомых важно понять их повадки. Контроль!
Летающий клинок. Зазубренный кинжал.
эти мерзавцы с красными глазами что-то замышляют. Вход стерегут бдительно. Эй, ты! Хочешь научиться особому приему? Эй, ты! Хочешь научиться особому приему? Эй, ты! Хочешь научиться особому? В лучшие годы я сражался против демонов вместе с ней.